Так. А как нам развернуть? Сейчас мы будем разворачивать камеру. Спасибо за сердечки. Так. Привет! Привет! Всем привет! Это мы с Лерушей, моя доча. Моя дочь. Посмотри, сколько нам. Тоже люди говорят привет-привет из Калининграда. Да. Ой, супер! Ребят, привет! Очень рада вас видеть. Мы сейчас в такой домашней обстановке. Я готовлюсь, потому что в 21:30 я буду в составе жюри на детском Евровидении. Вот, на канале «Карусель». А в 22:00 я буду в эфире в новом таком ток-шоу «50 оттенков Беловой» на НТВ. Вместе с твоим продюсером Болтером Афанасьевым. Зубы красивые. Нам пишут спасибо за комплимент. Кемерово, Ростов. Привет, Нижний, на связи. Вер, сколько тебе лет? Мне 8. Через 9 дней уже будет 9. Я очень рада. 1 декабря, привет. Ставрополь, Пенза, милашки из Литвы. Так приятно. Воронеж, мамина родина. Да. Так, у меня мой папа родился в Воронеже, в Воронежской области, а моя мама в Краснодарском крае, в городе Апшеронске. Поэтому я наполовину из Воронежа, наполовину кубанская казачка. Один вот мой ребенок только москвичка. А мы все понаехали. Привет, 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 Екатеринбург. Ты же выжил, солдат. Да, кстати, крутая песня, ты же выжил, солдат. Спасибо, что оцениваете, очень приятно. Маме привет из Краснодара. Сейчас маме передам. Мама дома у нас я тоже уже в гостях. И Александр дома. Сейчас уже поедет на сборы. Потому что всем завтра игра с Динамо. Всем сейчас передадим привет. Мы завтра идем в 5 часов, да? Мы идем на игру Торпедо Нижний Новгород и Динамо. Будем болеть за нашу, да, Сашу. Торпедо. Надеемся, что все будет хорошо. Да, мы хотим, чтобы победили. Саранск, большой привет. Большой привет. Таганрог. Казахстан. Юлия, помните по утренней звезде? Круто! Знаете, это как было давно. Я была такая же, как Вера, вот таким же ребенком. Чуть-чуть постарше. Да, мне так получилось так выиграть. И вот началась моя карьера музыкальная. Так. Где, где проходит Евровидение? Евровидение проходит сегодня в Софии, в Болгарии. Но мы входим в состав ну, жюри, которое именно голосует от России, потому что мы не имеем права голосовать за наших, вот. Но мы уже видели вчера генеральную репетицию, так что буду вам слать фотографии на Инстаграм. Из Новокузнецка. Привет, привет. Привет Айнуру, да. Мы пьем за ваше здоровье. Спасибо. Столько, смотри, сколько сердечек. О, как мило. Вообще. Спасибо вам огромное. Доча, это вообще мое счастье. Я вообще не представляю. Я даже не представляю, как я раньше жила без нее. Как я без тебя раньше жила. Не знаю. Моя. Вот, привет из Ростова. Мать и дочь, красотки. Мать и дочь. Мы сейчас дома, мы лежим в спальне, балдеем. Балдеем от крутости. Какой крутости? От крутости лежания на кровати. Привет, Юля из Каменогорска. Ой, привет-привет из Кирова. Голос ваш шикарный, спасибо большое. Ребят, кто еще не видел, песня «Жди меня». Мне 8 лет, если что. Там спрашивали. Да, такие хорошие для сердечки, сердечки. Сердечки, сердечки. Мы как любые девочки любим сердечки. Мне кажется, все девочки любят. Сердечки, разноцветные сердечки. Сердечки. Кисенька, я хочу почитать. Хорошо. Из Сургута. Я была практически во всех городах, которые сейчас передают нам приветы. Спасибо огромное, ребят, за комплименты. Вообще, Вера, кого любишь, маму или папу больше, Вера? Кого? Какой вопрос, да? Как будто это вопрос жизни и смерти, но я люблю всех одинаково. Конечно, и маму, и папу. Как конечно можно, да, любить кого-то? Ну да, кого-то больше, кого-то но я больше, кого-то не знаю даже. Ну, может, есть такие семьи, но я не уверена. В Мурманске была, привет, из Дагестана. Я даже в Дагестане была, я была в городе Кизляр. О, посмотрите, Джонни! Пожалуйста, это наш Джонни. Джонни, Буська! Джонни, посмотри, ты в эфир вышел. Джонька!
Комок шерсти. Вот поприветствуй всех. Джон. Джон, 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 медвежон. Вот такой вот у нас пёс. Вот такая у нас маленькая рожечка. Да, он рожа счастья. Привет, Соня из Новокузнецка. Вера занимается музыкой. Да, конечно. Только сегодня, да. Да, сколько лет тебе, еще раз спрашивают. Мне 8. Из Казань большой привет. Спасибо огромное, что вы... вам приятно на нас смотреть. Мы нам тоже приятно получать от вас такие прекрасные отзывы и столько вы сердечек. Крутые, спасибо, я даже не знаю. Спасибо. Так, ой, передай привет в Казань. Я не успела прочитать Простите имя. Как учиться? Как ты учишься в школе? Хорошо. Сколько ты заработала оценок хороших вообще в этом, сейчас, на этой неделе? На этой неделе я заработала 11, около 11 пятерок. Да, да. Я, если честно, очень рада. Очень рада, потому что Вера знает, что если она будет хорошо учиться, то мама что? Будет покупать мне какое-либо поощрение, так скажем. Джонни, давай, полезь в эфир. Джонни, полезь в эфир. Люблю. Да. Джонни передает вам огромный привет и говорит, что... Вера, возможно... ты едешь с папой на турнир? Ну, возможно. Да, кстати, Вера ездит с папой иногда на турнир. Она была в Дубае. Да, в Дубае. Да, конечно. Мам, нас попросили спеть дуэтом. Слушайте, я знаю, что здесь очень много смотрит... человек. Людей, поклонников тоже ЦСКА и футбола вообще. На самом деле, я хочу вам сразу сказать, что мы с Женей Алдониным, моим бывшим мужем, верным папочкой, могли сохранить нормальные отношения для того, чтобы нашему ребенку было хорошо. Вот, чтобы она не чувствовала себя, ну, чтобы ей не было грустно, чтобы... Поэтому мы в дружеских, хороших отношениях, вот. Так что, так, Женя Лавровый, привет. Да, Женя Лавровый, привет, пожалуйста. Спойте что-нибудь, давай что-нибудь споем. Дуэт? Джонни. Джонни, ты Джонни лезет к нам. Давай, знаешь, все еще будет? Так, давай. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и весну еще наколдует. У меня дела все окрутят. И память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит. Еще меня на рассвете губы твои разбудят. Чмоки-чмоки! Чмоки-чмоки! Джонни, давай! Ребят, ну что, будем еще выходить в эфир, да? Будем стараться как можно больше. Да, общаться. Вот, спасибо, что вы нам пишете. Поверьте, всем передадим приветы и Саше, и бабушке. Да. Все, кто нам пишет, мы все видим. И очень приятно, ребят, спасибо. Да, спасибо огромное. Да, мы живем в Москве. Вот, классно спели. Дочка, мы лёжа. Спасибо. Ну да, это же песня детская. Ну да. Вот, так что давайте всем хорошего, позитивного вечера. Да, чтобы все было хорошо. Да, поменьше злитесь, поменьше обращайте внимание. Поменьше стресса. Да, на всякие стрессы. И, если вам все-таки будет что-то плохо, представляете этого Джонника рожу. Вот эту рожицу. Которая ведет себя просто уже... Он просто непослушник какой-то. Да. Вот эта вот маленькая гося, которая улыбается. Да, ребята, видимо, подключаются потихонечку. Сколько дочке лет уже четвертый раз сегодня нас спрашивают? Вере 8, через 9 дней будет уже 9. Познакомимся. Ну, мы знакомы уже. Все знакомы. Так. Юль, ты строгая мама. Я строгая мама? Нет, но если что уж делаю не так, мама не скажет. Может, мама тоже дать. Да, мама да. может дать, если захочет. Да, но я думаю, что не очень строгая, в принципе. Я очень такая, как сказать, я очень... Мне нужно тактильное вот это все. Я люблю целоваться, обниматься, прям дышать вот это все. Моё. Нам сказали спеть еще. Давай. Учителя. Учителя. Ну, видите, так как мы сегодня... Да. Какой у нас детский? Вариант. Вечеринка, да? Мы будем петь вам детские песни. Да.
Начнёшь прибила? Давай. Учитель, 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 хоть годик еще поучите. Не хочется нам расставаться после третьего класса. Учитель, 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 за шалости нас уж простите. Пожалуйста, нас уж простите, учитель. Спасибо! На самом деле, эту песню «Учитель» я написала, когда была в третьем классе, такая же, как Вера. Я только начала заниматься на фортепиано, вот, и эта песня, она сама вообще, сама-сама родилась, я не... потому что мы, наш класс очень сильно любил дочки Виолетти, вот, например, там 7 лет, да, девочки, вот. Ну все, всем хорошего настроения, мы, нам уже пора, мне уже пора собираться, 21:30, напоминаю, Евровидение. На канале «Карусель», пусть ваши дети смотрят, будет очень классная программа, вот, и наш мальчик будет очень хорошо петь. Кстати, потом... вот у нас спрашивали, сколько у нас детей, ну, я пока что первенец. Первенец, да. Вот, не, ну, мы хотим и братика, и сестричку, кто появится, да? Да, лишь бы кто-то появился. Вот, как Бог даст, поэтому так. Все, ребят, давайте. До встречи. 21:30 на «Карусели» и в 22:00 на НТВ. А программа 50 оттенков Беловой. Все, счастливо вам. Всех пока. Любим. Теперь мы будем долго выходить из эфира, да? Да. О, нам даже написали «Здравствуйте», как это мило. Да, все нам пишут «Покасики», «Покасики». Пока, мы вас любим. До встречи, привет из Омска, омский авангард, ура. Ура. Супер, спасибо, здорово. Пока, спасибо. Теперь, да, теперь мама с техникой на вы. Да. Остановить трансляцию просто невозможно. Да, ну ладно, давайте.